Айда папе-то помогать. Маши привет. Привет, куда мы приехали с тобой? В лес. Лес. А что делать будем? Ловушки. Ульи. Ловушки и ульи, да? С тобой мы делали. Айда, показывай, какой будем брать. Какой тебе больше нравится? Вот такой. Вот такой здесь поставим, да? Ну и хорошо. Сейчас папа на березку сюда поставит. Вика помогала папе красить, да? Я папе помогала ульи красить. Ёшки. Теперь пчел будешь помогать ловить, да? Там есть пчелы. Улетают, прилетят потом в твой-то домик, точно, да? Да, вот какой еще на них домик. Понятно. Смотри, папа-то куда же домик заделал. Папа-то, смотри на дерево. Доченька, не ходи сюда. Иди сюда. Вот, в общем, блин, сбилось. Один рогатый, второй рогатый. И он где-то их догоняет. Где же он? Вот третий рогатый. Делят территорию, наверное, бегают. В общем, три рогатых. Так, вот тут. Вика видела? Козликов-то видела, да? Что? Можно тоже за руль сядет. Тоже за руль сядешь? Ой, да, садись. Вот, Вика едет, да? Ну куда едем-то, еще раз расскажи. В лес. В лес? А за мясом или за пчелами? За пчелами. За пчелами. Мяса у нас нет, да, дома? Да. Да, не надо нам кого с обыском, у нас нет мяса. В одном из зимних видео снимал, ловушку находил. Вот в таком она состоянии. Брошенная. Видимо, много-много лет назад. И тогда я еще говорю, что, наверное, этот пчеловод, который я оставил, знал, что тут пчелы воятся. Поставим сейчас свою сюда. Эту возьмем. Я так понимаю, тут много лет уже никто не был. В общем, снял я ловушку. Вот так вот это она выглядит. Все перекоса этого вот. Крыши не видать здесь рядом. Достать хотел. Рамки погрызены кем-то. Сломано. Гвоздики вбиты, чтобы, видимо, вот так вот влазило. Не держалось. Все, часть какая-то, запчасть. Перья. В общем, вот так вот. Вот. Такой литок. И такой. Пусть тут стоит. Вот так вот. Вон два рогатых. И третий тоже рогатый. По три рогатых ходят. Да, Виктория? Да, рогатые ходят. Папе не весит. А тут тоже папе не весит. Там не видать. Там тоже три. Паша, видишь?
с папой. У меня четыре. Это папинка. Один тоже рогатый. Блин, этот тоже рогатый. И этот тоже. Такой кусочек папинок. Вот этот белый папинок. Верхний. Это папинка. А чё? Это вот папинка. Так, еще на стол. А это папа. Вот это сам папа еще. Такого взял. Побежали. А? Дальше, которые были, побежали. Что-то там левый с ума сходит. Ногой дергает, наверное, бодаться будут. А почему бодаться? Места им мало, делить сейчас будут. А что делить будут? Территорию. А? Территорию. Кто на этом поле жить будет? Втроем она плохо делится, да? Поэтому папа сюда, наверное, съездит. На вороне и на двоих она лучше будет делиться. Территория, да? Конечно. Пополам она лучше делится, чем на троих? Нет, на троих. Как ты думаешь? Думаю, думаешь, на троих плохо делится, да? А на двоих хорошо, да? Да, Виктория? Да, еще у папы есть. Не трогай там папины документы. Не хотят на камеру бодаться. Последняя, пятая ловушка. Да, вот такое дерево. Начинающий пчеловод у нас устал. Дремлет. Да, Виктория? Вот почему пчеловодов-то немного. Тяжело, потому что до самой поздноты приходится ловушки расставлять, потом проверять, потом еще кого-нибудь поймать. Вообще тогда мороки много. Придется самому тогда все делать, раз помощник у меня устал. Ну вот так вот. В общем, последнее. Пчеловод я начинающий, поэтому мне кажется, что они полетят уже через неделю. Хоть и 12 мая сегодня. Вот так. Ну все, ловушку мы, ловушки последние поставили. Всего 5 штук. Сейчас такую херовину прицепим и будем следы заметать, чтобы нас никто не нашел. Главное, вожжи не разорвать. Вот так вот, вот все. Вот таким макаром мы поедем. Всем пока. Солнце уже садится. Вот, в общем, что значит заметать следы.